Начну с понедельника. О, как у меня болит голова. Нет, я сегодня никуда не пойду, Слишком холодно для тренировки. Я так устала. Останусь дома. Слишком жарко. Ну вот, у тельцов неблагоприятный день. Никакого спорта. Блин, этот костюм уже вообще не модный. Я никуда не пойду. Блин, кровать такая удобная. Мне кажется, на пробежке не будет так хорошо. Что? Вику бросил парень? Мне сейчас точно не до спорта. Вот никуда я не пойду. Просто возьму и не пойду. Зачем мне какие-то причины? Я же девушка. Это жара. Слишком хорошее настроение для занятий спортом. Извините, но мне надо досмотреть сон. Блин, у меня прыщик на руке, я не могу в таком виде идти в зал. Как-то слишком грустненько для занятий спортом. Да я не могу никуда сегодня пойти, у меня у собаки день рождения, как я его одного оставлю? Ты че? Блин, это я сейчас пойду в зал, похудею, и мне потом еще вещи надо покупать? Не-не-не. Ой, бабушка говорит, что я вообще не жирная. Нафига мне этот спорт? Так, а кроссовок-то у меня нету, надо же что-то идти. Кроссовок нету, значит не пойду. Да ну нафиг! Жирных же тоже кто-то любит. Алло, доставка пиццы? Здрасте, это снова я. В общем, можно мне, пожалуйста, две большие с мясом, с сыром и чтобы на толстом корже? А, спасибо.